Герои Чикаго, призрака оперы Нотр-Дам-де-Пари вновь оживают на киевской сцене. Почитатели мюзикла третий год подряд в начале сезона собирает национальная оперетта. Критики называют шоу-программу театром будущего. Драматическая игра, изысканный вокал, оригинальная хореография плюс сложные акробатические трюки. Все это создает зрелищность в сочетании с многослойным мультимедийным оформлением и световыми спецэффектами. На сцене киевской оперетты «Вечер мюзикла». Украинских меломанов удивляют интерпретации уже известных шедевров жанра и одновременно знакомят с премьерными номерами. Ну, в гала-концерте 26 номеров, как бы программа под 13 номеров в каждом акте. Вот. Задействована практически вся труппа театра. Вот. Это больше 100 человек. Поэтому сегодня зритель увидит очень большое разнообразие артистов на нашей сцене. Жанр, который родился в начале 20 века на подмостках Нью-Йорка из сплава варьете, балета и драматических интермедий, сегодня считается одним из самых любимых публикой во всем мире. Солистка национальной оперетты Анна Дов мне рассказывает, мюзикл ей помогает раскрыть и познать себя. Она участвует в нескольких номерах, все ее героини с разными темпераментами и судьбами. Анне очень импонирует образ тюремной надзирательницы из мюзикла «Чикаго». Говорит, понравилось чувствовать себя властной всемогущий. В то же время актриса отлично справляется с лирическими образами. В другом номере я мама, это еврейский номер, скрипач на крыше. Там я совсем другая. Там мама еврейская, которая выдает дочку замуж. Благодарна театру, что ты можешь открывать в себе такие тайны и такие вещи, от которых ты даже сам думаешь, неужели это ты, неужели в тебе все-таки это есть. Национальная оперетта – единственный в Украине театр, имеющий официальную лицензию от Нью-Йорка на право постановок бродвейских «Жемчужин». Поэтому в одном вечере представлена вся история жанра от начала прошлого века до наших дней. Украинская публика наслаждалась постановками фрагментов сразу нескольких десятков самых известных произведений, которые уже завоевали сердца миллионов. Вот сегодня совокупность, такой сегодня фейерверк наших музыкальных номеров из мюзиклов, поэтому сегодня мы доставляем максимум удовольствия для нашего зрителя, для постоянного и для нового. Главный балетмейстер оперетты Вадим Прокопенко делится планами. 11 ноября еще одна большая премьера. Зрителей ожидает классическая венгерская оперетта Имре Кальмана «Графиня Марица». Мощные сольные номера с национальным колоритом, трогающие душу дуэты, зажигательные чердаши. Ну а каждый месяц, как всегда, у нас брендовые проекты. В ноябре это симфонический проект с австрийским посольством, где будет играть очень известный пианист австрийский вместе с нашим оркестром. Это будет у нас такой в стиле блюз, очень интересный момент. Новогодний Штраус-концерт, ко дню влюбленных большой концерт. Марианна Макада, Петр Галка, UATV.